Да и Джек Про как бы не всегда на моих стримах сидит. У меня не то чтобы был какой-то постоянный активный модер, который бы следил там за тем, чтобы было правильно. Это же нужен кто-то инициативный, кто бы постоянно смотрел мои стримы и готов был этим заниматься, кому это надо. Блин, под куб закрыл проход. Не проход, а место подходящее испортил. Так, ого, окей. Это у топовых стримеров есть модеры, которые постоянно за таким следят. Я-то, блин, не так не топовый стример. Мне до этого далеко. Блин, засунул. Куда мне там надо? Не закрывай. Блин, я хотел. Это было единственное место на всем поле, куда мне можно было нормально фигуру засунуть. Осталось две. Одна. Все. По-моему, четенько. Но это уже точно оно. Я, кстати, может быть, 3.15 даже, или 3.16 надо будет пересчитывать. Я близко сплитнул, но не знаю. Либо 3.15, либо 3.16. Ну, мне нравится, что 50 на 50 линий. Это прям красиво. Я думаю, это уже точно улучшать нет смысла. Может быть, теперь только действительно 800 линий пробовать. Рубашка называется 5 секунд. Не, ну, кстати, я не думал, что мы, типа, реально сделаем. Я думал, что мы сегодня, ну, около 3.30 сделаем его там, чуть-чуть улучшим. Реально 3.16, блин. Ну, жестко. GG. О, я уже думаю, что это такое. Я такой, блин, у меня вроде голосовухи не подключены. Кто мне в голову говорит? Спасибо, Джек Парман. Блин, чё это?